Ситуация в Дагестане остается напряженной. В результате взрыва и обстрела погибли 5 человек. Все погибшие – специалисты связи. Инцидент произошел в Сергокалинском районе республики. Автомобиль ремонтной бригады по дороге к телевизионной вышке подорвался на взрывном устройстве и был обстрелян. К месту происшествия прибыли правоохранители. В результате перестрелки ранены 3 милиционера и 1 сотрудник дорожно-патрульной службы. Пострадавшие доставлены в больницу. И предположительно директор поселкового телевидения ТБС Сергокала, который поехал показывать дорогу. Смертельное ранение получил представитель одного из операторов сотовой связи, а также местная жительница, которая проезжала мимо и по ТПЦ сотового оператора. Госпитализировали двоих. Двоим оказали амбулаторную помощь. В госпитализации не нуждались. Состояние их можно оценить как легкое и средней тяжести.